Итак, друзья, всем привет! Сейчас в этом видео я вам покажу, как правильно установить подшипник в корпус чего-либо. В данном случае вот это вот корпус алюминиевый генератора. Вот. Подшипник я положил в морозильную камеру, то бишь в морозилку, ну, часов на 5 где-то, может быть. Вот. Сейчас я буду греть корпус генератора градусов, ну, до 70 где-то, до 80 буду греть вот такой вот штукой, газовая горелка. Греем равномерно. Греем равномерно. Очень важно греть равномерно. Вот. Самое важное. Все вам я показывать не буду. Я вам покажу лишь вот пример, как греть равномерно. Переворачиваем. И также греем равномерно. И потом ближе уже к середине. Далее, друзья, я смазал моторным маслом вот эту вот кромочку, посадочное место под подшипника, совсем чуть-чуть, тоненьким слоем. Это для того, чтобы подшипник наш садился без заклинивания, так как он может слезать алюминий, если он будет заходить неровно. И подобрал головку, это ключ от набора инструментов, чуть меньшего диаметра, чтобы он заходил в посадочное место без проблем. Как видим, он полностью утапливается. Далее, друзья, в разогретый корпус быстренько опускаем наш подшипник с морозилочки. Вот так он заходит вот сам. Но для надежности я чуть-чуть подобью его молоточком. Все, наш подшипник на месте. Бить не надо, колотить не надо, корпус целый, посадка выполнена до конца, то есть вот здесь вот за подлицо, соответственно, сейчас вот эту вот прижимную пластину я затягиваю и собираю. Подшипник фирмы НТН очень хороший и качественный, всем рекомендую.